Платон, мой друг, что же ты наделал? Мужчина всегда должен оставаться мужчиной. Зачем ты это говоришь? Ты умираешь? Пачино или Роберт Де Ниро? Пачино. Я так и знал. Де Ниро лучше играет. Я хилев, ясно? Де Ниро извращенец. Ты знаешь, что он спит только с негритянками? И что, это не извращение? Не с такими, как Бейонсе, понимаешь? А как Винус Уильямс, мускулистыми и мужеподобными. О вкусах не спорят, как говорится.